И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамдейл. Сегодня я вам покажу, что же лучше всего купить человеку, новичку в Grand Criminal Online. Ну что, мы заходим в магазин. Здесь вы каждый день можете получить по 15 тысяч долларов. Приятный бонус. Давайте начнем с транспорта. Транспорт самое важное в ИКО. С помощью него мы можем ездить, разгонять. Для новичка подойдет вот эта машина. Она быстрая. Видите, скорость большая, ускорение, маневренность, управляемость, торможение, прочность. Офигенная машина за свои деньги. Она стоит 130 тысяч баксов. Потом вы можете купить себе Porsche. Отличная машина, тоже за свои деньги. Но по-хорошему уже накопить на это или Lambo. Они их только в банкоматах можно выбить. Но примерно берите с собой 1,5 миллиона вот на эту машинку. Она у меня белая. И на лампу достаточно около 500 тысяч. Дальше продолжим с оружием. Очень важная вещь. Давайте начнем с ножей. Ножи так-то нам сильно не нужны. Ну, серьезно будем говорить. От них это бесполезная вещь, все равно будем стрелять. Но если будете что-нибудь покупать, то можете купить или вот такой нож. Он всех выносит звук ударов. Ну, полицейских. Или можете вот такой за 70, он вроде спецназовцев тоже выносит за 3 удара. Не помню. Но вот такой за 210 тысяч я бы не готов покупать был. Дальше пистолеты. Пистолеты, они не очень сильно нужны, но иногда они спасают всю ситуацию. Для новичка есть бесплатный пистолет, есть такой. Конечно, они ужасные, бесполезные. Единственное, вот Glock за свои деньги более-менее хорошо уже. Потом идет отличное оружие. Это Desert Eagle. Офигенное оружие за свои деньги. Суперское. Но, к сожалению, она стоит достаточно дорого. Я на своем прошлом аккаунте покупал Glock 18 сначала, пистолет. Дальше. Начнем с дробовиков. Дробовики офигенные. Это вот, вот, вот. Конечно, тот самый лучший, но сами понимаете, не очень. Для новичков вы можете купить этот дробовик Рэм 870. Почему? Он очень дешевый. Но, конечно, по-хорошему, если вы будете нападать против противников, точнее, спецназовец, на третьей атаке, вас, вероятно, все просто зажмут, и перезарядка очень долгая. Есть Сайга, она за свои деньги отлично, и здесь разница, скорострельность здесь больше на 20, урон больше на 20. Ну, как вы видите, можете сами оценить. Дальше EMP-шка у нас вот одна, и с оружием важная вещь. Есть вот такая офигенная эмка, есть такой золотой калаш. От них разницы почти что нет, но если вы будете... захватить хорошее оружие, лучше купить сразу эмку, потому что выбить золотой калаш, сразу говорю, это очень сложно. Я пытался потратить больше 500 тысяч и не выбил. Итак, топ оружия за свои деньги, это будет калаш. Он дешевый, он у меня куплен, чисто им пользуюсь. Конечно, в основном я пользуюсь не калашом, а дробашом. Или же пользуюсь миниганом, ну или этим. Итак, для новичков лучше еще купить калаш. Вносим в список его. Ну или же можно скар, тоже очень неплохое оружие. Ну и здесь скорострельность, потому что скара намного больше. Дальше продолжим здесь. Здесь есть офигенная фишка, что миникан не обязательно покупать за 980 тысяч баксов. Потому что он есть в недвижимости элитный пентхаус. Но важная, очень важная поправка. Первое, он появляется только каждые 4 часа. То есть только 4 часа проходят, и он появляется. Но с ним и появляются патроны. И далее очень важная вещь. Если вы с ним помрете, он исчезнет. Если вы зайдете, если вы выйдете из игры, вот полностью ее закроете, он у вас пропадет. И...
Как по мне, его, вероятнее всего, скоро уберут, поэтому я его купил. Так, тем более, 980 тысяч, как по мне, это не супер большие деньги. Конечно, лучше будет купить этот гранатомет, потому что он имбовый. Но патронов здесь мало. Дальше. Также недвижимость, что обязательно приобретите квартиру эконом-класса. И там будут гонки. Как бы не гонки, быстрее всех. Такое событие. Вы получаете 15 тысяч, и эта квартира 115 000, то есть вы ее окупите сразу. Это вот самое такое экономное. Если вы уже как бы немного подкопились и уже купили такую квартиру, я бы не сказал, что вы уже новичок. То есть если у вас есть уже оружие, нормально, есть транспорт хотя бы, где он там, вот этот. И есть вот эта квартира, я не сказал бы, что вы уже новичок. И вот в этой квартире ты можешь бесплатно забирать каждые 4 часа вроде так же гранатомет. Но такие же свойства, как и у минигана, он тоже может исчезать. Ну что, наверное, вот и мы подойдем к концу, дорогие друзья. А с вами был Рэмдейл. Встретимся в... Нет. Ну что, наверное, мы будем заканчивать, дорогие друзья. С вами был Рэмдейл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.